Севастополь, улица генерала Крюкина. Здесь был, когда Крюкинский рынок был. Потом начали копать, хотели сделать торговый центр. Что-то не получилось, там осыпался, да, здания там поехали, трещины пошли. Надо было укреплять, много бетона нужно было делать. И в конце концов, все это было брошено. Но уже когда мы пришли в Россию, здесь появился магазин у нас, называется «Мандарин», торговый центр. Вот оно. Все сделано в современном стиле. Вас приветствую. Вот.